Я тоже очень благодарна авторам. Спасибо большое за то, что вы помогаете нам почувствовать эти качества после семинара, после занятий. Жизнь наполняется большими красками, и то, что мы чувствуем на семинарах, потом мы несем с собой в жизнь, и уже дома вот ощущение полета и даже и некоторые строчки из песен летают вместе со мной, и те качества, с которыми мы встречаемся, они становятся более понятными нам. В песнях они раскрываются полностью, мы учимся на них. И я думаю, что благодаря семинару мы имеем возможность эти качества в жизни проявлять в большей степени, чем раньше. Для меня это еще и возможность как учиться говорить. Вообще мы все умеем разговаривать. Вот, хорошо, но вот эти чувства, которые обычно никогда не произносишь, то есть мы говорим более о приземленных вещах обычно с другими людьми, а вот это, оно из глубины души поднимается, и это на первых порах трудновато произносить, а семинар еще дает возможность более легко об этом и думать, и разговаривать.